Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Сергей Лавров заявил, что Россия не откажется от ядерного оружия. На проходящей 8 ноября в Москве конференции по нераспространению глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении России не присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, или сокращенно ДЗЯО. Российский дипломат заявил, что Россия в качестве зеркального ответа на развертывание американских вооружений приступила к разработке ракет средней и меньшей дальности. Откровенно провокационным выглядит постоянное выдвижение в качестве предварительного условия присоединения к процессу КНР, вопреки не раз четко заявленной позиции Пекина, прокомментировал Лавров действия США по привлечению к переговорам Китая по договору СНВ-3. Ранее в рамках этой же конференции директор Департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил о готовности Китая сократить свой ядерный потенциал, однако китайская сторона не будет принимать участие в переговорах РФ и США по ядерному разоружению. Напомним, что действие договора СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.